18 крымских татар уже находится в застенках ФСБ. 25 мая насильственно был вывезен наш товарищ Эрвин Ибрагимов. Россия делает все для того, чтобы вытеснить крымских татар из Крыма. Я думаю, что здесь должны быть скоординированные действия не только ОБСЕ, но и всех международных институтов, заявлений, призывов, деклараций. Надо уже переходить более действенным мерам к углублению санкций. Россия не реагирует совершенно на призывы. Россия может реагировать только на силу. Украина должна как можно быстрее провести реформы экономические, судовую реформу. Украина должна стать такой, чтобы ее партнеры не смогли отказать ей помощи.